Добрый день! Вы на канале 10 лучших островов для отдыха. Видео снято в формате 360 градусов и позволяет вам кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. Я продолжаю рассказывать и показывать про аэропорт Дубай, терминал номер 3. В первом видео показал зону прилета, во втором видео показал, где происходит регистрация билетов для транзитных пассажиров. И в этом видео покажу, что представляет из себя зона регистрации билетов и оформления багажа, также стерильная зона и зона вылета. Мы вылетели из Алматы авиакомпании Air Astana 25 декабря. В Дубае у нас пересадка была на Fly Dubai. Время нахождения в Дубае составляло 22 часа. У нас в Дубае был забронирован отель недалеко от аэропорта. По прилету мы сразу заселились в отель, посмотрели Бурдж-Халиф, поющие фонтаны, побродили по Дубаю. А рано утром, как вы видите, вылетаем на Мальдивы. В первом своем видео про аэропорт Дубай, терминал номер 3, зона прилета, я показывал, как при прохождении таможни у нас отобрали дрон, и наше заверение, что мы не собираемся его запускать в Дубаях, ни к чему не привели. В сопровождении с полицейским мы проследовали в полицейский участок, где составили протокол об изъятии дрона и сообщили, что за 4 часа до отлета при наличии авиабилетов мы имеем право прийти и забрать его обратно. И первым делом сейчас я пойду в полицейский участок с протоколом забирать обратно дрон. А ты куда? Вот тут оставь. О. Без проблем? Нет, не надо. Нет. Так, Fly Dubai. Так, да. Эмираты. А, это вот это, которое в Сингапуре, помню, сделали? Гантул Сри. О. Я тебе скажу, что он это, хоть и большой, но он не такой запутанный. Так, это вот наша, да? А? Еще раз хочу напомнить, что видео в формате 360 градусов позволяет вам поворачивать экран налево-направо, куда хотите, на что хотите обратить внимание. Так. Все, пошли. А, нельзя? Мы прошли зону паспортного контроля и проверки багажа и отправляемся в стерильную зону аэропорта Дубай, терминал номер 3. Че? Б3? Ну вот. Б1, Б2. Так, а куда, на лифте или вниз? Пойдем, давай, пойдем.
Yeah, my dad's at least. Because you were gone because we finished off that movie. We stayed to watch it. Yeah, we watched it till the end. То есть можно там на эскалаторе так подняться. I finished off my packing. А можно так? I thought might as well. I was gonna do it before, but I can't leave it. Just do it now. So it's done. It's easier. Сынь. Так. А вон, да. Ну хорошо это. А в Дели бы сейчас вот по этому Каварлану попробуй вот этого повези, да? Что касается цен в магазинах Duty Free в аэропорту Дубай терминал номер 3, я скажу, они намного выше, чем были в Шри-Ланке. Или, скажем, мы были на острове Ланкави, там тоже все магазины Duty Free. Но цены на алкоголь, электронику и спортивные товары, скажем, там намного ниже. На Мальдивах мы были с 26 декабря по 16 января. Первым нашим островом был Маафуши. Потом мы перебрались на остров Тоду, где встретили Новый год. После острова Тоду через Уколос Разду мы добрались до острова Фериду, отдохнули там 3 дня. После Фериду на государственном пароме добрались до острова Мативели. После Мативели через столицу Мали мы отдохнули на острове Фулхаду. Мы не зря назвали свой канал «10 лучших островов для отдыха». Планируем побывать и посмотреть первую десятку лучших островов для пляжного отдыха согласно рейтингу. И до Мальдив мы были в Шри-Ланке, посмотрели ее исторические такие центры, как Сигирия, Канди, Новорелия, Элла, пляжи Бентота, Унавотуна, Мериса. До этого были на Филиппинах, посмотрели остров Баракай, пляжи которого не уступают мальдивскому, остров Сибу, где можно покупаться с китовыми акулами величиной с автобус в открытом океане. Остров Палаван, где есть чудо природное, называемое подземная река. В городке были Эль-Нида, где происходят туры по островам. В Таиланде самый красивый остров называется Симиланы, на втором месте острова Пхи-Пхи. Именно там снимался фильм «Пляж» в главной роли с Леонардо Ди Каприо. Именно там происходит фаер-шоу с дискотеками до утра. Как я раньше говорил, были мы в Малайзии, лучший остров Ланкави, совместивший пляжный отдых с магазинами Duty Free. На нашем канале вы можете встретить Сингапур и как посетить Сингапур на 96 часов без визы. Остров Синтоза, парк Universal. Планируем побывать в Бали, Сейшелы, Французскую Полинезию. Как видите, впереди много интересных видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Для рук, крем для рук надо? Да, есть для тела, вот. Я думаю, что алоэ вера лучше там купить. Давай.
Вот какая, не говори. Вся вишная. Б4, Б3. О, о, давай вот. Ты туда и сюда. Вот она. Класс. Чё? Нас? Я говорю, нас, да? Людмила, наш рейс? С правой стороны вы видите людей на эскалаторе, идущих в гейт С, а мы отправляемся на посадку в самолет. В следующем видео покажу, что представляет из себя стерильная зона аэропорта в Дубае, терминал номер 3. Ну а через несколько часов мы приземлимся уже на Мальдивах. Как видите, впереди много интересных видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч! Зачем? Чтобы с краю съехать. Да нет, вся эта была там. Да не удумай. 200%.
please, can I look on in the